По поручению главы государства проводились переговоры по выходу текущих акционеров ArcelorMittal Цимертау из состава акционеров. По итогам этих переговоров в конце октября были достигнуты договоренности о условиях перехода права собственности на это предприятие в пользу Республики Казахстан. Эта информация также была подтверждена пресс-релизом, который выпустили текущие акционеры АО ArcelorMittal Цимертау. В данный момент ведется работа по окончательному юридическому оформлению этой сделки, что в ближайшее время этот процесс будет завершен.